Добрый день, любители цветов, а также подписчики моего канала. В этом видео мы с вами посмотрим, как мы будем сажать лавровишню. С южного берега Крыма я привез три вида лавровишни. Вот такой вот один, это лекарственная лавровишня. Посмотрите, большие такие листья. Они даже больше, чем листья у классического лавра. Вот, посмотрите, перед вами лежит веточка лаврушки, а это вот листочек лавровишни. У лавровишни лист больше. Также вот еще одна лавровишня, у ней несколько меньше листочки. И вот еще один вид лавровишни. К сожалению, я не нашел информации, как лучше размножить черенками лавровишню. Поэтому буду учиться на своих ошибках. Возьму вот этот черенок. Нижний листочек оторву. Потом ножом я сделаю косой срез. Потом возьму нижние листочки, отрежу наполовину. Точно так же, как я это делал с лавром благородным при размножении. Вот так вот. Ну вот, два листочка. Ну вот так же еще один можно отрезать листочек. Теперь вот этот косой срез я буду обмакивать в корневин. Вот посмотрите, корневин. Обмакиваю в корневин. И сажаю в горшок с подготовленной почвенной смесью. Вот таким способом. Все. Теперь возьму банку и накрою свое растение. Вот таким способом. Если листочки не отвалятся, то значит наша лавровишня прижилась. Ну что ж, посмотрим в следующем продолжении, как наша лавровишня будет дальше развиваться. Точно так же я поступлю и с этими черенками, со вторым и третьим. Также сделаю косой срез, обмакну в корневине и посажу вот в эти горшки. Ну что ж, посмотрим, как они дальше будут у нас с вами чувствовать. А также проверим, можно ли лавровишню размножить черенками этим способом. Спасибо большое всем за просмотр.